Всем привет! Вы на канале Записки в Мастере. И на обзоре давно позабытая тестовая коллекция от издательства Диагостини под названием «Обитатели подводного мира». Тест этой коллекции, если я не ошибаюсь, проходил в 2012 году. И вот за 9 лет так ничего не изменилось. Коллекция осталась на уровне теста. Хотя очень странно, на мой взгляд, было бы интересно пособирать такую коллекцию. Ну да ладно. Значит, смотрим. Перед нами первый выпуск. Здесь у нас в акриловой коробочке креветка находится. Ее научное название — макробрахиум. Открываем пакетик и смотрим содержимое. Журнальчик. Ух ты, какие-то здесь наклеечки интересненькие. Вот такая вот креветка. Какая-то она вся заляпанная, замацанная. Нужно будет ее отмыть. Ну, хотя, что мы хотим? Это неизвестно, где эта вообще коллекция столько времени обитала, этот журнал. Так, что тут у нас тут есть-то? Ой, господи, столько всяких разных листовок. Так. А, это... Что у нас есть по следующим выпускам, да? Чего начать-то даже? Так, ладно, давайте вот это почитаем. Такая вот листовочка. Дорогие читатели, благодарим вас за интерес, проявленный к нашему новому изданию. Но уже не новое. Надеемся, что первый выпуск вам понравился, и вы соберете коллекцию самых удивительных экзотических обитателей подводного мира и узнаете все их секреты. Погрузитесь в таинственную жизнь морских глубин. Следующие выпуски приобретете тогда-то. Угу. Ясно. Так, вот это что? Ну, это анкета такая. Помню, раньше рассылали. Ну, тогда вот можно посмотреть сначала описание коллекции. Так. Ага. Значит, что вообще было предложено? Соберите коллекцию самых удивительных языческих обитателей подводного мира. Не нарушайте целостность и герметичность акриловой упаковки во избежание несчастных случаев. И вон тут сколько они хотели разных обитателей нам предоставить. Всяких разные. Вон тут какие-то и ракушки, и зубы, наверное, акульи. Все доступно с самого дна океана. Вы можете рассмотреть их со всех сторон благодаря новейшей системе консервации и узнаете все их секреты, собрав уникальную, единственную в своем роде подборку. Для удобства хранения ваших коллекционных экземпляров к выпускам издания прилагаются специальные футляры. Вот в подарок с вторым выпуском шел футляр, в котором можно хранить до 15 обитателей. А с восьмым выпуском футляр для хранения 10 больших обитателей. То есть, смотрите, вот уже 15, да, еще 10, это уже 25. Уже было у них запланировано, какие должны были быть. Но что-то пошло не так. Очень жаль. Живая природа у вас дома. Какая креветочка. В выпусках коллекции все типы животного царства сформировались в морской среде. В дальнейшем представители некоторых из них перешли в пресные воды и на сушу и дали начало пресноводной и наземной фауне. Вот эти, должна была быть морская звезда, рак-богомол, манящий краб, мурикс острый, краб брахира, наверное, так. Пресноводный речной рак, креветка и многие другие. В журналах рубрики будут строение, ареал, красочный постер, фотография, образ жизни и в жизни человека. С третьим выпуском коробка для хранения журналов шла. Вот. Во втором выпуске морская звезда и... кейс для хранения маленьких обитателей. Но вот, к сожалению, мне такой кейс не достался. Не достался только морская звезда. Так.
вот это все подписано. То есть вот 4 выпуска. Здесь уже 4 выпуска. Макробрахиум. Морская звезда. У меня щекраб и мурекс траппа. Можно потом на них наклеим. Так, ну что, открываем журнал. Изучаем эту креветку. Так, а ну-ка, давайте мы посмотрим для начала. Да, точно, вот выпуск был, начинался в 2012 году. А сколько тираж? Неплохой такой тираж был выпущен. 7000 экземпляров. Приложение к выпуску. Вот это вот приложение к выпуску. Макробрахиум. Это пресноводная креветка. Успешно разводится аквариумистами. Неприхотливо содержанием, но отличается агрессивностью. Тип членистоногие. Класс высшие раки. Отряд. Десятиногие ракообразные. Подотряд. Пичатые креветки. Семейство. Ух ты. Палаемонидае. Господи, о, какое название. Размеры в среднем ее 15-20 сантиметров. Что вы обманываете здесь 15 сантиметров? Окраска самая разнообразная. Встречаются полупрозрачные, бесцветные, черные, неоново-голубые, желтоватые, с различными пятнами и полосами. Рот включает около 200 видов. Мясо креветок обладает прекрасным вкусом и их разводят в промышленных масштабах. Из особенностей поведения бросается в глаза их активность. Они постоянно очищают конечности от прилипших частиц грязи. Так, на конечностях креветок располагаются органы чувств. И они всегда должны быть в действии. Ее вот строение. Нога челюсти. Антенны. Рострум. Глаза. Ходильные ноги. Карапакс. Уроподы. Тельсон. Во как. Описание. Деликатес с антеннами. Креветки – ближайшие родственники раков, крабов, омаров, лангустов и относятся к отряду десятиногих раков. В него входят наиболее крупные представители ракообразных. Для класса ракообразных характерно наличие двух парусиков – антеннул и антенн, двуветвистых конечностей и жаберного дыхания. Цвет креветки помогает ей маскироваться в зарослях красных водорослей, где она обитает. Так, строение, сегменты и пигменты. Высшие ракообразные – самые высокоорганизованные представители подтипа. У них сложные органы чувств и типы поведения. Но в строении сохранились примитивные черты, которые связаны с особенностями нервной и кровеносной системы. Вот такие глаза. Фасеточные. Пара сложных глаз расположена по бокам головы на подвижных выростках, стебельках и состоит из множества фасеток. Так, вот ее строение, да, этой креветки. Значит, что у нас получается? Первое, брюшко. Где у нас брюшко? Вот брюшко. Второе, антеннулы и антенны. Вот они. Голова-грудь. Вот она. Рострум. Рострум 4. Не вижу 4. Во. Это часть щита, выступающая вперед между глазом в форме киля. Ходильные ноги, переподы. Вот они. Уроподы. Это брюшные ножки последнего сегмента брюшка. Имеют вид широких и плоских ветвей. В расправленном виде вместе с тельсоном образуют хвостовой веер. Во как. А вот эти вот брюшные ножки. Они выполняют функцию плавательных ног. Есть только у высших ракообразных. И восьмое. Фасеточные глаза. Вон она какая креветка. Так, ареал обитания. Вот они какие разные, где много везде обитают.
Класс высших раков включает более 35 тысяч видов и является крупнейшим классом по численности видов среди подтипа. Вот так вот. Всякие разные креветки есть. Креветка-чистильщик, травяная, алая креветка. О, какой интересный плакатик. Можно будет повесить на стеночку. Образ жизни, образ жизни. Светящиеся жители глубин. Ух ты, какая фотография. Это спарник креветок. Причем разных. Самка расположена в вертикальном положении, самец в горизонтальном. Ничего себе. Развитие креветок. Ну, вот они идут, смотрите-ка. Так, как правильно-то? Науплиус. Первая стадия. Вторая стадия. Зоза. Третья. Мизидная креветка. И четвертая взрослая стадия. Нападение и защита. Желанная добыча. Хотя многие виды креветок активные хищники, они сами весьма привлекательная пища для большого числа морских обитателей. Личинки становятся добычей грибневиков, медуз, других ракообразных и рыб. Взрослые креветки менее уязвимы, но ими тоже охотно питаются многие рыбы с коралловых рифов, более крупные ракообразные и даже огромные киты. В течение дня креветки стараются прятаться и находить себе убежище понадежнее. На вольный выпас они выходят ночью, когда рыбы спят или не могут их увидеть. Так, значит, основные жертвы вот такой вот креветки. Мелкие ракообразные. Дафни, гамарусы, насекомые, какие есть, личинки стрекоз, водные клопы, личинки двухкрылых, а также кочетые черви и маленькие рыбки. Крупные креветки могут нападать на мальков, если испытывают сильный голод. Основные враги – рыбы, хищные коралловые, креветки. Более крупные креветки охотно поедают своих сородичей. Медузы охотно поедают личинок. Головоногие моллюски – активные хищники. И крабы в основном истребляют креветок на стадии личинки. Вот так вот. Креветки человека вкусно и полезно. Ну да. Креветки – высокоценный продукт питания. Как и другие десятиногие ракообразные, они имеют важное промысловое значение. Креветки, выловленные в морях и океанах, более полезны и отличаются по вкусовым качествам от выращенных в искусственных условиях. Но разводить креветок в специальных хозяйствах экономичнее. Таким образом, достаточно быстро можно удовлетворить потребности людей в этом продукте. О, какое судно по вылову креветок. А это ферма по разведению креветок. Креветки были известны и почитаемы разными народами еще в древности. Порой их даже обожествляли. В наше время интерес к этим ракообразным стал более приземленным. И в самом деле, где только не используют креветки, в косметологии, пищевом производстве, медицине и даже в автопроме. Вот. Так, ну и анонс второго выпуска. Здесь будет морская звезда. Плюс кейс, которого нету. Так, ну давайте посмотрим эту креветку. Значит, как я уже сказал, смотрите, весь эта коробочка поцарапана вся эта акриловая. Ну, тут два варианта. Либо пакетик уже вскрывался, и эта коробочка доставалась и лежала где-то непонятно. Либо изначально такая уже была, либо уже в пакете все излохматилась. Кстати говоря, первый выпуск я приобретал на Валбересе. Там было сразу три выпуска. Это шли первый, второй и четвертый. Вот, так что впереди еще обзор на два выпуска. Так, ну вот, значит, креветка. Ну, что могу сказать я по ней?
Ну, вроде как выполнено хорошо, только какая-то она кривая. Могли бы ее поровнее положить. Как вот здесь вот, да? А так вроде как все на месте. И усики на месте, и лапки, и хвост веерный. Вон даже глаза, видать. Ну, на мой взгляд, неплохая такая вот креветочка получилась. Интересно, почему издательство не стало дальше эту коллекцию продвигать? Так было мало покупателей? Или что? Или что? Какая проблема возникла, что они не стали эту коллекцию переводить из тестового режима в статус полноценной коллекции? Ну, может быть, когда-нибудь эта коллекция и станет полной. Вот. Ну, у меня на этом все. Спасибо за внимание. Здоровья вам, удачи, не болейте. До новых встреч. Пока-пока.